мы перевели. Чего не почему? Бегите, вас не резнут. Блять, вы что-то будете делать нахуй, или мы сейчас вайпнемся? Зачем так много агрика? Где много-то, блядь? Две пачки. Всю жизнь так агрили. Ну, блядь, Геру вовремя, конечно, дали нахуй, да. Кули не на последнем мобе. Ладно, походите. Да я спокоен вообще, ты чё, ты меня успокаиваешь? Что-то не нервничает. Здесь кто-то нервничает? Не чай сделай себе. Давай ты мне лучше чай сгоняешь, сделаешь по шурке. Поступление. Просто снимаешь разбойник? Нет, Хан снимает. Ты издеваешься, что ли? Так разбойник же тоже снимает. Так разбойнику нужно яд намазать, терять ДПС за счет этого. Разбойник? Не-не-не, Хан всегда. Не-не-не, Хан, блин, тебе ничего не стоит снять иступление, снимать. Блять, ну базара так сложно же кнопочку нажать. Не-не, я сниму, базара нет, я ничего не знаю. Такое первый раз слышу от Ханта. А это самое... А, агро, может кто-то другой, пожалуйста, место танка подержать? Типа подъем был? Какой подъем? Ну я потанчу. Ну сейчас я спекнусь, тогда в ДД подойдет. Одну секунду, спекнусь. Я готов. Ну, каски надо. Кому не хватает каску? Локо. Кулак по хантам.
Паладины, давайте активнее. Чё там, маг иступления поснимаешь, да? А, поснимаю. Красавчик, это да. Начинаем. Я снимаю, на. Ёбаный в рот! Че, я снова потанчу? Ну, давай танчу основу, я первую копию. Начинайте? Да, начинаю. Тебе новый микрофон, да? Нет, я болею просто. Царствие тебе небес, выздоравливай, в смысле. А чё тут, блядь? Ой, 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 ой. Власть. Давай, спа. Да. Да. Блядь. Я въезжаю в стройку. Болтар не оставляй. Да ебучий ДК нахуй. Сука, чтобы они, блядь, все умерли. Да не хильте вы, дохните. Боже мой. Зачем вы хилите? Это как я вчера тоже... Это я как вчера тоже RS-25 оп собрал, блядь. Козырь, говорю, потанчи нахуй, вся хуйня. А у него вообще как-то получилось так, то, что у него вообще власти никакой не было включено нахуй. Он вот так же вот вайпнулись, короче, на болтаре. Это все ДКшки, блядь. Что товар он мортал, он вообще может танчить, блядь, в этой стойке. Все, без доп ЕП, да? Бля, хуя мне стыдно аж стало, пиздец. Спасибо, Леш. Да, ну, сори, я случайно. Да, покраснел, как Каноп, блядь, в его лучшие времена. Да-да-да, вот бы глянуть на его ебало, когда он орёт, вот как бежит. Да, блядь. Монитор есть на свае, нахуй.
Все, я пришел. Дайте пати. Как тебя орел на певчем? Прикольно. Да, сейчас зайду. Че, можем пулять? Не, ну, если не халион, то да, наверное. На кейку бофнулся. Пока что безжиденько, как в прошлый раз. Кто? Что как в прошлый раз, о чем вы? Мы умираем на Болтарии, мы Даркстарсы. Молодые старцы. Каски кто бафует? На ДК нету каски. Волшебный каскетбол. Панаке что-то говорил? Нет. Я не видел. Ну, зато я видел, как он писал, что его не берут в рейды. Начинай. С интернетом уже что-то было. Цирк приехал. Что это за хуйня? Не, ну я вот не понял, что это сейчас было, блин. Почему он в рейд развернулся, а потом на меня повернулся обратно? Он же кидает прижигание. Я понимаю, и какого хуя он вихрем при этом убил типа троих миликов? Не повезло. Блять, это пиздец. Че он движется, блять, что за хуйня? Бля, и давно такая хуйта? Я тоже заметил свою энергию. Бля, я в ахуе просто. Я просто на Логан один переехал. Да типа весело сейчас так делать. Я умер. Я вижу. В мире хватает героев и бес. Спасибо. Ну нормально. Да, это Кайрелла. Произошли страшные события. Уже фул? Блять, что ты болтар вообще пиздат. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому. Хотя, кстати, это может так по офу должно быть или нет? Ну блин, ну а почему даже текстурка так не прорисована, то что стоит этот свой вихрь кастует, блядь? Вообще, по идее, это логично, если босс будет двигаться и вихрем еще кидать. Нормальная тема. Не, ну так-то да, но блин, почему хотя бы анимацию нормально не сделали? Он, блядь, как стоит, нахуй так и двигается. Но основной целью врага была кладка. На офе его наверху танчили мордой в стенку, чтобы не откидывало танка. Его не водили там. Тут замешано и более могущественное зло. Гильдия Украины тоже так убивала раньше. Их настоящего... Че он там не шотал с этого вихря? Сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. А? Че?
Да ничего, забей. Гуляйте, короче. Лапу дайте. А, блин. Рок один онлайн, вот сейчас 35. И тогда и нет. Факту. Не надо было этого брать, дурака. Окей, это он не очень адекватный. Походу. Что? Что с игрой у меня происходит? Что за хуйня? Че, пиздец, месяц не играл, нахуй? Не умею играть. Экран уничтожает скилл. Это таунт был. Савы? Да я хуй знаю, может савы, бля. А, у него талант на агро нет, в принципе. У кого нету клана боя? Да. Ну ему тогда трэш нельзя бить вообще. Так, клан бой, иди сразу. Нахуй. Качивает, то ладно, давайте я отключу голос. Слишком умничаешь много. Кланобой, иди качай, талант сейчас сыгру. Слышишь, кланобой? Почти один талант в агро. Лучше вообще два сразу. Подождем, пока он качает талант. Давайте по тактике. Так, Дранго, Светодар хилит свет, остальные Тиму, Тима диспелит Елараш. Свет диспелит Джубанга. Сможешь подиспелить свет? Диспелил? Тиму танчит Момента Мори, свет Гелд. Поклонский протопал. На него напуливаем трэш. Выноси скилл рассеивания и диспелишь только когда человек дойдет до стенки. Не в рейде диспелишь, не на полпути, а до стенки. Чё там еще? Четвертый пати, остаемся два дилемов. Кланобой, ты сейчас в третьей пати будешь, я в четвертой. Там без разницы, гера или обычка. Паладины, вы разобрались с дланями? Лимошка волшебная. Пишу. А, бля. Напишите, РК, на кого ролите. Ща, подождите, я еще до тренера не дошел, секунду. Да, да, ты делай этот талант. Че, покурить успеем 2 минуты? Не, кури пока. Окей. Кто не был с нами в Wrestling 2, уверенно, клан бой. На третьей фазе у нас БДК танчит и босса, и голема. То есть, когда появляется большой голем, вы переключаетесь сначала в него. Потом уже бьете мелкий трэш или босса, в зависимости от ситуации. Там 40% у Халиона, мы стопаем дамаг по нему, бьем трэш. Ну, по ходу дела, просто скажешь, когда он так нападает, и все. Чё сказать тебе? Ну да, когда на ДК напуливают, надо будет ставить. Напомню. У нас вообще ханты напуливают на БДК на второй фазе? Да. По желанию. Как сказал, лучше он будет напуливать на трэш. Сразу сходу даешь на пол на БДК, готовность сразу прожимаешь, все остальные на пол, на протопол. При выходе в третью фазу тоже сразу на пол на БДК. Готовность откатывать, нажимаешь готовность, остальные на пол, пока Лена попал. Пиздец, да как Джерри, он котом объяснял. Шред, 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 блять. Да не, я даже понял, короче. Один на пол на первой фазе на БДК, следующий на потопало. На третьей фазе то же самое. На пол на БДК первый раз, остальное на потопало.
Там скилл есть, который откатывает. Ну, да, 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 если сейчас сразу на пол дам, надо как он, ну, откатится, он успеет. Так, чек на бафы. Чего не хватает? Рыба. Там 4 паладина мяча. А, все, вижу. Козырное во тьме хилишь. Эрдру не будет, там будет 2 рестер шамана хули приста. Куда идти, Паш? Каску по шаманам, все, дали, заходите за линию, ждем светодара. Кресту каску. На кресте тоже каски нет. Демон, включи на собаке хп. Точнее, нет, на бейсе. Ни к чем, мы стакаем раскол. На халюане кричим на хп перед заходом на вторую фазу и перед третьей фазой. Лимошка готов? Лимошка. Скупай эту дайте. Лимошка тут. Лимошка и балкошку. Ты готов, зайдите за линию. Все, начинай. Готов, вперед, танка не пулит. Становимся в квадрате, перед метеором отходим от фрейма. Ретри метку назад. Метеор побежали. Смотрим лужи. Так, лужа в рейде, отошли в квадрат влево. Оттяни чуть дальше, трэш будет расти. Козырная метка. Отведи трэш сейчас в квадрат. Пускай милики клево бьют босса. Бьем босса. Кланбой, метку назад. Прожмешь дубовую кожу, спринт, вернешься в квадрат. Метеор, побежали. Четвертая пати, остается добивать эндема. Смотрим лужи. Так, лужи нормально. Кланбой, ты чё? Сорян, тупанул. Под морду залез. Ты мог пробежать посередине фрейма? Бейте босса. Если я сейчас умру еще. Вставай быстрее. Все в халионы играем быстрее. Дайте бафы под рыбу. Сколько процентов еще? Все отлично. Добивайте трэш. БДК заходи. Крик на хп. Рейд заходим. Четвертой пати бьем кружок. И иннеры заливаем козырному сразу. Сразу залили. Уверенно, метку назад. Взрывом разума, бей фотон. Фотон, ты ВРК. Скажите, когда зайти. Ни к чем метка. Сейчас. Заходите. Все, заходим. Встали в квадрат, сейчас будет метка одновременно с лезвиями, выносим назад, но чуть в сторону морды босса. Кто не заливал иннеры транга, заливаем иннеры. Встали в квадрат. Смотрим, как выносить метку мак. Вот так надо выносить, кто у нас первый раз в РСке. Зерно назад.
Лезвия встали в квадрат. 51. 51. Светодар, обновляй свет небес, не двигайся. Войд, подымешь Машеку, все, выходим. Поднимаем Машеку, встали в квадрат. Выходим. Ретри, выйди в свет. Ретри, выйди в свет. Ретри, выйди в свет. Питкин, метку назад. Козырную метку. Джубанга, диспель. Отошли от босса, метеор сейчас будет. Побежали метеор. Во тьме дали рост. Смотрим лужи. РТД, играем большого голема сейчас. Миленький мелкий трэш. Лужа в рейде. Отошли в квадрат. Фотоны на семетку. Все сыграли в большого голема. Кланбой, поднимай светодара. Мне МСС. А, я возле боже. Потом гимн на ХП, поднимай его, нет времени. Кланбой, поднимай светодара. ГП или поднимай, а? Добивайте большого голема, это пиздец. Как вы его убьете? Побежали метеор. На танке метеор, смещайтесь в квадрат. Дайте гимн. Джубанга, давай гимн на ману, ставь тотем, отошли в квадрат, сакру прожми. Так, это падаем. Заходим в лужу. Привет, ребята. Ты что-то ждешь, что мы тебе ответим? Ну, вы вроде упали, наверное, кто-то ответил бы. Да, привет. А, нет. Ну ты злой. Так. Злой это злой. Ладно, слышал огонь. Уверена, 32к по большому голему. Как у тебя дела? Джубанга 0. По большому голему. В следующий раз накину ГП. В зависимости от настроения. И что дальше? Все РДД бьют большого голема. Да, вы не можете понять простую истину. Пиздец, это Лок сейчас набил 282к, который не бил големов на первой фазе. Фух, так, по ГП. Баф эти рейд. Не выноси метку под морду, кланбой, и давай нормально БР, не через 10 минут, то будет ГП за это. Машека как-то умирает, непонятно. Уверенно в луже умираешь. Я там моментально вынес от трэша, но... Это дар, умираешь в луже. Умираешь от трэша. Кто еще падал, сейчас я вспомню. Наверное, все. Кто не будет бить трэш, большого голема будет тоже ГП. Мы должны сливать большого до метеора. Чек на бар. Пожалуйста, ДПС истину. Заходите за линию. Ну, мы, может, убьем, если лужа не будет в рейд, там, не знаю, как-то так. Так, все готовы, заходите за линию. Да, я понял уже. Начинай. Соберитесь и сыграйте сейчас нормально. БРов нету. Умираете ГП. Ретри назад метку. Побежали метеор. Ретри, что, в совет выходить потом? Да. Да, не в первой пати. Пожалуйста, смотрите внимательно на рейд фреймы. Там 5 пати. Первая пати только во тьме или по команде РЛ. Фотон, выноси метку.
Стали в квадрат. Милика, лимошка, отойди в квадрат. С квадрата бей. I'm sorry, метка. А у меня тут друг пиздатый, блядь, рядом стоит. Жаль. Bloodline срывает игру плохо. До свидания. Почему Bloodline срывал игру? Момент до моря. Кто-то наполивал на Вара или нет? Хант, на кого ты наполиваешь? Первый напол был на ДК, потом на протопала на ПЗ. Нас КДПС вор. Пяти рыбы. Ну а, бля. Клонский волшебный мошек, кулаки раздайте хантам. Клонский готов? Клонский. Мы вас ждем. Заходим за линию. Все готовы, иди начинать. Раньше танка никто не пуляет. Интересно. Как он их сорвал? Ты там ЛП прожимаешь? Нет, я стою АФК. Дес, почему паладин 6-2 и КГС срывает? Побежали. Стали в квадрат. По-моему, он даже не поворачивался в рейд. Поворачивался. Вставай, лимошка. Волшебный выноси. Забафали пала. Каску, кулак, крестобаф, интеллект. Играем все в Калион. Глупые смерти. Кланбой, выноси метку. Метеор. Выбежали. Через фреймбосс возвращайся под спринтами. Калион играем. Срап, выноси. Все, заходи либо ДК, трэш добить, любить для трэш. Четвертая пати остается два голема. Жок. Потом взрыв. Не вижу взрыв.
Скажите, когда зайти? Зира поет. Можно? Можно. Ой. Так, Инра козырного залили. Стали впадать, сейчас будет метка с лезвиями одновременно. Волшебная выноси метку. Ранга назад. Лезвие в квадрат стали, шаман под квадрат. Не стой в лезвие. 51%. И все, выходим в свет. Становимся в квадрат, внимательно следим за ужином. Давай, естественно, хули пала. Давайте рост. Зрелым разом объем присты. За это тоже будет ГП. Ничем выносите метку. Машека назад. Метеор побежали во тьме, дали рот. Козырной метка, сходи козырного. Отошли в квадрат. Давай сакру, суслядка, выноси метку. Так, падаем, заходим в лужу. Показываем отхил момента моря. Да, блин. Детали смерти. Ну, там есть длинноухие еще. Продолжим хилить волну исцеления босса. Ой, ДК. Там же два рестер шамана. Так. То есть... за все время... то есть за 2,8 было нахилено в БДК только чешка Козырного и Быстрина Длинноухого, верно? Не, волна за 2,83 до смерти. Ну да, я нее и отнял. После нее идет 2 секунды и 2,8 секунд без отхила. Длинноухий, что ты делал в это время? И Лараша тоже нет. Вот. Ну, я рейд. Так надо забивать на рейд и хилить танка. Это важнее, чем рейд. Хорошо, давай. Ну это я сейчас Длинноухому говорю. Он хилил почему-то рейд, а не танк, когда второй рестер шаман выносит метку. Надо хилить танка в это время. Ну, танка и рестер шамана, а не хилить в это время рейд. Кушайте рыбу. Если там даже один человек милик упадет, это ничего страшного, можно продолжать дальше играть. Падает БДК, это вайп. Можно просто логически подумать хотя бы. Лапы при стомах. Давайте приступав. Потом готов. Все заходим за линию. О, мне тоже ГП, да, я забыл частицу обновить. Дал бы ГП, если бы кто-то упал из-за этого. Момент моря начинай. Горн обновите. Лэнс, выноси метку. Бежали метеор. Далее в
рад. Может, что-то нормально. Ошибка выноси. Метка. Или квадрат. Так, не терпим же. Вы уже в рейде, отошли в квадрат. Или мини-зон. Дайте сами. Ошибка, метка. Ого. Повезло, суслятинки. Трэш добить. БДК, заходи, хилы, заходите с ним. Видите, кружок. Ну, сори, отойди. Удалил его. Взрыв разума. Джубанга, метка. Волшебная метка. Так, скажите, когда зайти? Сейчас. Давай. Входим. Так, инеры. Так, залейте все инеры транга, я козырному. Талия в квадрат, бунайнс метка. Зерной назад. Сейчас надо длинноухому кидать быстреную на БДК, две волны в него пускать, а потом захиливать козырного. Это так. По крайней мере, я так делаю. Немножко назад метку. Или волну в козырного и волну в танка. Все, выходим, свет. СС на светодара. Далее в квадрат. Где хант? Хант в свету? Уверенно, ты зайдешь в свет? Света дали. Блин, я случайно пропустил, я зайду. Ну это ГП. Побежали. Что ты сейчас сделал? Во тьме дали рост. Большого голема сыграли. Кланбой, подними уверенно. Играйте большого голема. Бафайте ханта. Ну что ты, кланбой? Почему ты убили трэш? Да надо трэш. Большого голема бить, а не мелкий трэш. Ну ёбана в рот. Я же, бью большого голема, посмотри рекаунт. Диспел. Побежали, метеор. Талик, Конрад. Опыт коварный уже. Ладно, падаем. Уходим уже. $479,000 по живому огню от клана боя.
звездопад давай не сразу. Ты хочешь сказать, что ты не бил этот трэш? Ты, наверное, звездопад юзнул и тебя он уложил. Да не знаю, секунду там танку собрать, что-то на пули играешь, а потом уже прожимать звездопад. Нас опять лог бьет. Банга не бьет трэш. Хорошо, Галян. Будем сейчас учить. Ты мелкий трэш не бей. Зачем бьешь миллион, бьешь большой и бьешь большого сразу. Взрывом еще не забывай. Мелкий без тебя, Салин. Планобой. Звездопад. Взаим с пула. Потом в конце первой фазы, когда трэш вышел, уже босс забрал. Ой, протопал забрал трэш. Все, я вообще его юзать не буду, все, я понял. Нет, ты должен его сейчас юзать. Сейчас не мой косяк был, что я умер. Ну ладно, я не буду. Ты юзнал звездопад во время трэша, и ты упал. Это твой косяк, только твой. Я юзаю звездопад на трэше, я не умираю. Или вы нормально, адекватно воспринимаете критику, или покидаете рейд? Ну вот и все. Вам говорят, что надо делать, вы этого не делаете. Или не хотите делать. Ханту тоже ГП. С собой можно было не умирать без ханта. Давайте чек на пул. Лапа. Сейчас лапу дам. Генерал готов? Начинай, моментомоли. Давай, звездопад сейчас. Откатится на первую фазу. Машка, выноси метку. Побежали метеор. Талик квадрат. Это дар метка. Вот. Пропал, собрал трэш. И только сейчас можно дать звездопад. А не как метеор там упал. Трэш побежал, и ты дал звездопад и умер. Потом вынеси метку. Так, побежали. Смотрим лужи. Звездопад откатился. Сейчас можно давать звездопад. Void Beast, поднимай светодара. Так, Кан, ты напуливаешь трэш? Конечно, пока ты напуливаешь. ВДК заходи, дайте бафы по войду, рестобаф. Ну это какая-то хуйня, потому что трэш бегает. Я не могу это объяснить, почему бегает по рейду. Атаковал нормально, когда танчил. Пух. Даю эту правку, как вы говорите. Делаю, так же, минус 2 БР на первой фазе. Отлично. Когда можно заходить? Сейчас. Входим. Сейчас откатится еще один звездопад. И сейчас его нужно юзнуть на второй фазе. Вот сейчас прям.
Козырная метка. СКД, верно? Да, все. Выходим. Ленухи, он если метку не в портал. Входим. Сейчас умираешься, тогда ратрэш по глупости, двойное ГП. Отходи подальше от босса. Давайте рост свету. Залили иннер транга, у кого нет КД. Уверенно назад. Метку назад. Сейчас можно было звездопад давать с пула. Побежали. На трэш не надо давать сейчас. Во тьме дали рост. РДД. Играем большого голема. Живое адское пламя. Ты издеваешься? Клонобой, подымай свет удара. У меня КД, как я его подниму? Все, будет бис, поднимай тогда ты. Так я тоже КД. Блять, куда мы их потратили? Блять, я могу, я смогу отхилить. Побежали, метеор. На, у меня бы РДД. Дайте столб маны, там, мейнеры, гимны, все, все параш. Жбанга, давай гимна ману. Стали в квадрат. Поклонского на семетку. Большого голема сыграли. Нет, падаем, падаем, падаем. Светодар, в чем твоя проблема? Не знаю, рокал, наверное. Ты не можешь отбежать от боссов, подождать, пока трэш придет, там, подхилить БДК частицей света. И хильнуть два раза, и все, постоять одну секунду. Вот ты стоишь в рейде и тупо спамишь свет небес по дебильному и умираешь, и пострадаешь нам рейд. Это было только последний раз. До этого уже третий раз, наверное. Два, один раз умер от лужи, один раз от агро-стрэша, сейчас два раза. Сейчас опять два раза ты умираешь от трэша. Хорошо, я понял тебя. Кто там еще умирал? Мы 3 БР потратили просто. Петодар по два раза умирал. Двести 27 тысяч уже. Чуть больше, чуть меньше, чем БДК. Уже хоть что-то. Кант 99к по большому. Кант, ты будешь бить большого голема? Я что буду тебе? Бить большого, но у меня времени не хватает, вы понимаете? Я и напуливаю, и все это делаю, но... Что тебе дать? Я перебегал я. Сколько голды, дай на ремонт. И поставьте маму это, пожалуйста. Не знаю, сколько у меня терпения хватит на таких, как вы. Крися, сгоняй, возьми в банк символ веера и напуливаю. Поставьте шкаф. Все, я сам все подиспелю. Сам все поэрелю. Напуливал я по КД, все делал нормально, как вы сказали. Даже еще ловушку эту ставил каждый раз, когда перебегал. Все мобы на ловушку попадали.
У Хантара бита по большим големам, големам больше, чем у мага, хотя маг, ну, именно пуливает, а сразу может их бить. Какого мага? Ну, I'm sorry, но бита 136 567 после выхода на третью фазу, а у Ханта 147 760, то есть получается макс лакает. У меня он пока за 99 Ханта. Он бьет с тобой, походу добивает голема, который говорю после выхода на третью фазу. Ну так я же с ним после третьей фазы тоже стою, и врагам все засчитывается. Я тебе говорю после выхода на третью фазу. Ну а я тебе говорю, что общий дамаг у Ханта 99к, причем здесь, ну я не знаю, как это вышло. 147 760. Ладно, это уже лучше, чем 99. Фашека, чего не хватает? А я походу не понял, о чем там пошла речь. Ну, он какую-то хуйню загоняет. Да не, я-то его помню. Блин, реги кончились, бафните лапу. Давайте, если вы соберетесь, Светодар не будет дохнуть от трэша. Он будет напуливать наконец-то. Я напуливаю, блин, по КД. Да, напуливай, там у Триси не был символ, не стоял. Значит, еще и Рогла нас подводит, вот. Давайте, чекнем так. У нас всего, в принципе, 5 трая было. Давай, начинаем в Монтаморе. Такое ощущение, что 20. Давай, звездопад, взяй планобой. Ну блин, один вайп из-за хилового тьме и 4 вайпа из-за холипала, напула, хуюла и так далее. Планобой, уноси. А, нет. Вот рая. Побежали. Сейчас оббегай через хвост, перебегай. Все, бьем дальше босса. Сори, выноси метку. Приемно вынес. Ну так себе сойдет. Назад понесете сейчас метку. Сзади метками хуярят под босса, а спереди трэш. Заебись. Ну это не особо влияет на выживаемость. Давайте смотрим лужи. Повезло с лужи, но вот так если на третьей фазе будет, может убьем. Так, приходит трэш. I'm sorry, агрит босса. Боб на момента море кто-то кинул. Это пизда. Это залет. Кто это? Слушай, подожди, стой. Стой, меня нахер. Это, блядь, у меня тупняк идет. Я хотел на себя кинуть и кинул на момента. Это пиздец, пацан. Найдите моего холипала. Это пизда полная. Да, я прожимаю камень, найдите холипала. Как ты хотел там бульблятора так хилить, я не знаю. Он бы тебя уже матом нахуй покрыл и кикнул бы с гильдии. Да, согласен с тобой. Но она же добрая гильдия, добрые релы, которые ведут положение. Давайте падайте, я зайду на хуй пал, ждем сейчас первого трая. Ну или нет. Ладно, ребят, сори, если чё, я старался. Давай, Сань, пока. Да, пока, удачки, выздоравливай. Так, может что-то холипало есть. О. Я думаю, у Риската есть холипало. Ну, Риската можно БДК, я на холипало могу зайти. Ладно, это просто нам не повезло немного в рейде. Полипал немного, подвел немного на пол, и вот 5 траев. В принципе, рейд нормальный, более-менее. Чё это он, блин? Интересно. Возможно, это был его коварный план пойти снова к бульблятору.